Мы очень довольны полученным результатом. Приятно отметить, что различные детские программы Лидского телевидения уже в 7-й раз попадают в номинацию национального телевизионного конкурса «Телевершина». А это, на минуточку, номинация республиканская, где мы конкурируем с центральными каналами. И в этот раз мы стояли на одной позиции, конкурировали с таким телегигантом, как «Белтелерадиокомпания». И поэтому полученным результатом попасть в номинацию с таким телеканалом – это уже победа. Получить высокую такую высокую оценку жюри – это победа, можно сказать, в квадрате. Ну и, конечно же, мне бы хотелось сказать спасибо. Во-первых, спасибо нашей Нине Михайловне Поздняк, которая в мои 19 лет поверила в меня как в автора, как в телеведущую детских проектов, и тем самым дала старт детским программам на нашем канале. И вот, как показывает практика, ее вера и наш постоянный труд приносят такие результаты. Конечно же, отдельное спасибо моим коллегам-телеоператорам, которые ежедневно трудятся вместе со мной над созданием этой программы. Это Алексею Старцеву и Андрею Жамойтину. Спасибо нашим юным ведущим, которые вносят креатив и позитив в нашу программу. Ну и, конечно же, маленьким героям. Без них у нас бы не было интересных тем, интересных сюжетов. Спасибо им огромное.